Луис, где ты? Прости, я облажался. Спаси меня, мой сказочный принц. Ага, я тебе устрою сказку. Бегом, я в бальном зале, за двором. Не опоздай на танец. Блин, что-то мне кажется, что он нас подставит, ребят. Согласен. Он в беде, мы же его не бросим. Мудила еще тот. Так, погоди, стой. Дай, я смотрюсь. Карта обновлена, хорошо. Что это такое? Жюль Тема Тюльпана. Здесь у нас сохранение. И давайте посмотрим на мини-карту. Мини-карта у нас... Ага, нам нужно идти назад. Или куда нам нужно идти? Как нам пройти? По прямой, вот сюда? Вот сюда, да? Куда-то спрыгнуть надо. Наверное. Ладно, спрыгнем. Прыгнем без проблем. Только давайте разобьем эту вазу. И пойдем. Будем сохраняться. Я думаю, стоит, правильно? Почему бы и не сохраниться? Бумс. Все, поехали. Давай, не отставай. Так, не отставай. Куда нам нужно? Куда-то, ага, а мы не сможем пройти никуда и больше. И здесь не спрыгнуть, да? И здесь не перейти. Ладно. Ну, явно ж не назад нам нужно. Явно ж нам не назад нужно, или назад. Блин, бред какой-то. Так, тут два варианта. Либо нам спуститься... Так, погоди, а это не окошко, не проход? Нет, был. Сейчас, 2 секунды, ребята, вернусь, проверю. Мало ли, может... Можно было через окно выпрыгнуть. Потому что назад мы еще сюда успеем вернуться. Печатная машинка, это понятно, что печатная машинка. Да, вот дверка. Вот дверка, сейчас бы мы с вами... Только зря потратили время, спускаясь назад. Так, песеты, патроны, хорошо. 18 штучек. Это печалька. Это печалечка. Но ничего страшного. Мы не будем расстраиваться, да? Так, по прямой. Да, по прямой. Угу. По прямой и куда-то сюда, наверное. Так, или нет, или нет. Так, гребаный лабиринт. Что это такое? О, здорово. Как оно? Так, не путайся, пожалуйста, под ногами. Ах ты, падла. Так, где вы? Где вы, песики? Вот вы, песики, где? Вот вы, песики, где? Честно, без понятия, куда тут нужно идти. Надеюсь, что... Правильно, мы идем. Бонжур. Месье Собакен. Так, тихо. Тихонечко. Тихонечко. Все. Блин, сколько не... Как говорится, не сколько собаки меня напрягает, а сколько этот звук. Отойди. Ага. Не отходи. Ага. Как я скучал за этим. Стой там, иди сюда.
Так, давай смотреть. Бонжур. Так, угу. Так, минус один. Минус два. А я не знал, что вы так можете делать, падлы. Так, где еще? Где собачки? Так, ага, сюда, да? Насколько я понял, сюда. Бум, флаг опустился, опустился. О, смотри, флаг опустился. Серьезно, только не говорите, что мне нужно будет сейчас сходить, убивать собачек и опускать флаг. Спасибо, да, спасибо, что подсказала. А, спасибо большое. Ладно, давайте ходить и опускать флаги. Так, где-то рядышком, да, ты тут? Может, ты тоже побегаешь, попускаешь флаги, не? Не хочешь? У тебя нет такого желания. Все, хорошо. Минус один. Ага, и у вас тут три штуки. Так, еще один. Где-то еще один. Собакин. Пёсель. Так, минус один. Минус один. И что это нам дает? Ага, вот вижу, что нам дает. Так, где еще? Стой. Ага. Ах ты, падла. Ах ты, падла. Я хотел дружить с тобой. Ну ладно, ну ладно. Эшли. Да-да. Да-да, давай. Держи. Держи, 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 держи. Да даю. А что давать? Что от меня требуется? Угу, вот иди. Бум. И еще один, я понял. Так, я сверху тебя не увижу нигде, пёся. Пёся. Так, еще змеи всякие разные. Он начинается. Эшли, беги! Начинается. Эшли. Эшли, зайчик, давай к Эшли быстро. Надо ее прикрывать. Где ты? Эшли, 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 Эшли. Леон! Держись, я разберусь. Эшли. Отстань, отстань. Все. Отстань, пожалуйста, от меня, падла. Дон, ты стала библиотекой. Будете знать, падлы, как трогать Эшли. Где эта собака? Где эта падла? Я еще... Я сейчас
пульку хочу подарить. Алло, пёсель. Ты где, зайчик? У меня для тебя сюрприз. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно найти еще одну штуку, только я так и не понял, где она находится. В какой стороне? Может, сюда? Или мы отсюда пришли? Не, мы, по-моему, отсюда... По-моему, мы отсюда пришли, если не ошибаюсь. Так, мини-карта. Мини-карта. Блин, я запутался уже, куда Эшли идти. Все путем? Да, спасибо. Если бы я не побежал бы за Эшли, наверное... Наверное, разобрался. Хорошо. Так, ну здесь, по-моему, мы не были. Или были. Не помню. Так, не, явно не сюда. Еще раз повторю, я вот реально не люблю в играх вот такую штуку. Вот ты ходишь, ищешь какие-то замочки, платочки, кусочки всякие вот эти вот. Так, здесь мы были, да? По-моему, были, по-моему, открывали или нет. А не, не были. Все, шикарно. И 200... Наконец-то можно выбраться отсюда. Тысяч собак, да, сейчас нападет на нас. Где? Кто? Где? Блин, он еще отпрыгивает. Эшли, берегись. Еще. Так, Эшли, побежали за мной, пожалуйста. Все. Давай, 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 давай. Ну их. Пусть сами разбираются. Все. Шикарно. А здесь торговец у нас... У с меня вами есть новые товары. Здорово, торговец. Посмотри. Привет. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Да я так и понял. Дай сюда. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Так. Давай сюда. Патроны для револьвера. Сюда. Зеленая штучка. Блин. Так, у меня этих... Материалы Б, материалы Б. Давай тогда материалы Б сюда. Зеленую штучку сюда. Все, да. Давай мне сюда ракетницу. Не бум. Мне судить, конечно. Но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в разных. Согласен. Согласен. Надеюсь, это нам пригодится. Так, давай смотреть, улучшить. Держи, попробуй. Бум. Такой бум. Специалист, как ты, сразу заметит разницу. Лучше, чем сип, забирай. Забираем. Так, починить удачи броник. Удачи тебе, чужак. Это очень тонкая работа, чужак. Так, может, вроде... Малым можно достичь многого. Вроде вот прокачивали уже или нет. Это первоклассное оружие. Держи, попробуй. Такое самое интересное. Сразу заметит разницу. У меня потрошков все нету. Как ты хоть. Ну, мы вложили в это оружие. Попробуй-ка это. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Это первоклассное оружие. Это очень тонкая работа. Ну все, 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 тихо, тихо. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Лучше, чем ты, только всё. Сам не убейся. Без проблем. Так. Сохранить. Сохранить и посмотреть, что у нас с вами здесь есть. Так, боеприпасы. Блин, а я могу сделать наконец-то себе патроны для дробовичка? Не могу. Ладно, давайте хотя бы для ППшки наделаем.
О, разные. Нема. Травы, травы, травушки, муравушки, вот они. Все, шикарно. А тебе нужна аптечка, да, я смотрю? Да, использовать. И давайте закупим у него еще аптечки, если у него есть. Купить. Что купить, 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 купить лекарства. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. Все, шикарно. Приходи в любое время. Приду. Если бы ты еще так, кто сослушался за ставьте лайкосики. О, смотри, там статуя. Если бы ты еще потрошки продавал, да я понял, что статуя. Сейчас найди голову, да, для статуи. Угу, еще и не одну. Ой, как же вы не меня бесите этим. Так. Бонжур. Оля. Статуя со змеями. Это типа мне что-то должно было дать, да? Ха, обеденный зал. Они что, здесь едят? Фу, блин. Официант, официант. Прикольно. Только не врите, что мне нужно садиться на разные стульчики и нажимать колокольчики. Это было б тупо. Как по мне. Ну да, походу нужно будет, да? Так, хлебушек есть, а здесь хлебушка нету. Интересно. Хлебушек есть, хлебушка нет. Ладно, давай попробуем. Садись. Сесть. Ага. Так, садимся. Правильно ж? По-моему, да. Ха, ничего не происходит. И что? Часто ты выполняешь такие задания? Ладно. Ну да. Но не всегда в приятной компании. Я слышу комплимент. Воспринимай как хочешь. Угу, угу, угу. Вот про что я говорил, да. Нужно будет сейчас тыркать. Не? Не хотеть. Или мне нужна последовательность? Ладно, давайте все потыркаем. Ура! Какая прикольная игра, ура! Так, ну у тебя... Вот сюда, ну по идее, но я там правильно был делал. Или я ее неправильно посадил. Так, она должна сидеть вообще, да, за пустым всем. Справа два ножа, слева ложка-вилка. Справа два ножа, ложка-вилка. Да, я тут не туда ее посадил. Так, справа два ножа, ложка и вилка. Ага. По-моему, сюда ее нужно посадить. А я должен сесть, по-моему, вот сюда. Если не ошибаюсь. Давайте попробуем. Угу, да. Разобрались. Разобрались, да. Хорошо. Самое интересное, мне нужно будет сделать еще два раза так же самое. Идем в следующую, идем. Устала, да? Бедная. Так, идемте в следующую комнату. Давайте вставим голову сюда.
Бум. На то. Так, ага, давай. Тут какой-то символ. Да. Ну. А, мне нужно открыть, чтоб это все получилось. Ладно, ладно, ладно. Так, что нас тут ждет с вами? Головоломочки. Так, сохранение пошло. Пошло сохранение, ага. Ну, хотя бы перебить челиков. Без загадок всяких. Так, отлично. Назад. Да, все поняла. Я сказал назад. Нас зажали. Ага. Понятненько. Давай, 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 давай. Один есть. Все, минус. Не знаю, стоит ли тратить на них это все, но ладно, потратим. Да блин. Так, хорошо. Все, до побачення. Так, потрошки, потрошки. Теперь нам нужно подняться на второй этаж. Здесь закрыто, да? Не, открыто. Так, а ну, зайчик. Дай пройти. Вот на второй этаж пойдем. Шикарно. Не знаю, ну это проще, чем с этими загадками, как по мне. Так, поднимайся. Все, умничка. Это прогресс. Та, ты шо? Это оптимистка. Ну да. Давай. Так, все путем. Ага. За мной. Все путем, все путем. Самое интересное, я думал, у меня будет серии. Ну, серии 5 максимум. А эту я уже записываю, если не ошибаюсь. Либо 9, либо 10 серию на данный момент. Угу. У других Resident Evil, когда я играл, у меня как раз есть прохождение на канале, то у меня вышло 2 части. Этот резик что-то реально чересчур долгий. С одной стороны, это, конечно, прикольно. Но с другой, иногда сильно затягивается сюжет. Так, мне интересно, собьем ли мы эту штучку, 1 из 6, ага, 1 из 6, ладно. О, здорово! А вам все не спится, да? А вам все не спится, вы все бегаете. Идем, Эшли. Не отставай. Так, сохранение есть, хорошо. Идемте повесим вторую голову и заберем третью. Надеюсь, тоже надо будет просто их всех перестрелять. Одной детали не хватает. Не может быть! Блин, жалко, нельзя в тебя стрельнуть. Ладно, давайте искать третью деталь. Угу. О, Леон, тут доспех. Сгодится вместо бронежилета. Слишком уж старомодный. А, жаль. Ты в нем круто бы смотрелся. Ну да, согласен. Слышь, малыха, подкатываешь, да, ко мне? Комплиментики разные делаешь. Ладно, давай смотреть, что нам нужно делать. Что случилось? Что? Все хорошо, да. Сядь на стульчик, отдохни, пожалуйста. Не отходи.
Отойди. Все. Ага. Без биполярочка. Леон у нас с биполярочкой. Так. Что нужно делать? Ага, это явно не эту. Не эту функцию, да, но исполняет. Но если я сейчас спрыгну, то по-любому на нас кто-то что-то, да? Нападет. Я уверен. Эшли, проверяй. Проверяй. Что мне с вами делать? Что мне с вами, падлы, делать? Что, серьезно? Ну спасибо, хоть не все сразу. Ага, у нас. А у нас 10 патрошков, ребят. Держу в курсе. Эй! Смотри! Помогло! Во! Видимо, они не любят огонь! Думаешь? Вот так! Отвали от Леона! Отвали от Леона, понял? У меня здесь. Все хорошо! У меня здесь. Прячься. Малыха моя есть, помощница. Так, ага, а ты мне не дашь, да, выйти? О, ё-моё, сколько вас тут, Эшли. Помогай, зайка. Пошли, помогай, зайчик. Так, хорошо, второй. Ага, не помогло. Эшли. Эшли, зайчик. Все, я без патрошков. Самое интересное, без патрошков. 10 штучек осталось. А, у меня еще дробовик 9 штучек есть. У меня еще дробовик есть, это хорошо. Если бы я еще попадал бы. Если бы я еще попадал бы, было вообще отлично. Бонжур. Блин. Все хорошо? Да, отлично, прыгай. Да. Заметили, что у нас заканчиваются патрушки. Постоянно не вовремя. Давай, прыгай сюда. Идем. Ага. Давай. Вау. Ты такое чувство, как... Точно все хорошо? Ты не обжегся? Нет. Как в бассейн бомбочкой прыгнула. Да, спасибо, да, тебе. Все тихо. Ага. Давай. Эшли. Ага. Понеслась. Умничка. Идем. 5 патрошков, все. 5 патрошков и 3 болта. Или сколько у меня дали штучек? 5 там болтов. Что такое кубическое устройство? Больше не оживут? Угу, прикольно. Не знаю. Спишь? Спит. Нормально. Так, патрошки есть, отлично. Все, идем, 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 идем. И нам куда? И нам на... наверх. Мне интересно, когда будет уже супер-пупер босс. Все, шикарно. Идемте. Ой. Леон, сзади! Стой там.
Да ты издеваешься. Беги. Давай. Бежать нельзя. Я иду, Леон. Спасите Леона. Ага. Спасите Леона. Хорошо, давай попробуем. Давай попробуем. У тебя что-то есть? Нет, у нее ничего нету. Так. Надо найти фонарь. Все, шикарно. Так, осветить вперед. Осветить вперед. Я так понимаю, они что будут бояться нашего фонаря, правильно? Хорошо, идемте. Идемте. Так, да, ракурс, конечно, хороший. Встаем. О, бонжур. Да, в игре про выживание на острове у меня тоже такие есть штуки в доме. Падла. Я бы сказал бы, ну ладно. Ладно, не буду. Я стараюсь сейчас быть вежливым и культурным и спокойным. Так, по идее, мы сейчас возьмем с вами факел, будем отбиваться им факелом, да? Угу, два раза. Это часы? Не может быть. Так. Угу. Стрелки движутся? Ну, я понял. Так, и что нам нужно? Посмотри. Посмотри, куда нам нужно... Так, давай прочитаем. Так, спящие процы откликнулись на избранное время. Если ты жаждешь, наберись милости и не бойся тьмы. Ага, ага. Не бойся тьмы, то есть в темноте, да, будет видно? Или что? Правильно понимаю? А как убрать фонарик? Как убрать фонарик? Она не хочет прятать фонарик. Она не хочет прятать фонарик. Так. Как мне добиться тьмы? Блин, я тыркаю, она ничего не хочет. Слышь, а это не скажет, это как его время, какое мне нужно поставить. Так, мини-карта, ага. Непонятные часы. Здесь торговец, окей. А где Леон? А где Леон? А Леон где-то... А где-то Леон, короче, да, у нас получается. Так, давайте прокрутим, мало ли, может, угадаем. Нет, это так можно долго и нудно, да, его крутить. А если полночь, не? Ну, вряд ли, конечно. Бом-бом-бом. Ладно, ладно. Ладно. Тогда идем отсюда. Раз нет, так и нет. Так, здорово, пеликан. Как оно? Нормально? Можно мне подсказку хоть какую-то?
Так. Заперта. Карта обновлена. Лифт. Мне нужен лифт. А без подсказки я не смогу. Без подсказки, без часиков. Я не смогу открыть. Правильно я понимаю? Правильно, да. Так, здесь ничего нет у вас. Ничего не написано. Просто написано, типа, не бойся темноты. Я так понимаю, что если выключить свет, то у нас получится найти время. Во, шикарно. Кто тут? Во, бонжур. Удерживать. Здесь что, лестница? Видимо, тут есть потайная комната. Думаешь? А что я здесь? А где я? Где лестница? Алло. Где я лестницу открыл? Ага, ага, вот лестница. Так, ладно, побежали. Побежали смотреть. Опять зверюшки. И тут должна быть подсказка. Давай. Связка ключей. Ключи. Тихонечко. Ключики от лифта, да? Я надеюсь. Это мне уже не нравится. Вот эти вот звуки мне уже не нравятся. Что это? Падла. Они замерли? Бонжур. До побачення. До побачення. Блин, куда идти? Все, мужчины, мне пора. Я забыл, куда нам нужно идти. Так, это стрелка с часами. Нам нужен... лифт. Где лифт? Все, не спеши. Где лифт? Мы правильно идем? Нет, мы неправильно идем. Лифт у нас находится вот тут. Нам назад надо. Донде стала библиотека? И ладно, возвращаемся. Так. Давайте ближе их подпустим. Правильно понял? Право, то есть прямо направо и налево. Сейчас мы поближе их подпустим, чтобы они подбежали. Чтобы у нас было время. Бонжур. А где твой друг? Все, умнички. И прямо, да? Да, сюда. Присядь, пожалуйста. А, на ешку присесть. Все. Давай. Использовать. Который ключ? Не знаю. По-любому последний, да? А, не, предпоследний. Все. Донде стала библиотека? Шикарно. А теперь что? Без понятия. Окейушки. И что нам делать? Ага, нам выходить. Понял. Давай выйдем.
Только не забудь фонарик, пожалуйста. Умничка. Так, умничка, умничка. Идем. Леон! Эшли, как ты? Держись, сейчас что-то придумаю. Дай угадаю. Кубик. А этот кубик у нас у Леона. Этот кубик у нас и у Леона был. Так, фамильный герб. Салазаров. Вот что поможет мне выбраться. Угу. Так, подземную. Господи, так, синий цвет пусть. Блин, помните, мы находили за Леона... С вами этот, как его... Это надо как-то открыть. С вами находили за Леона кубик. Так, часики тоже непонятно. Ладно, давайте, наверное, сохранимся. Посмотрим, что у нас там по времени. Сколько уже идет серия. 40 минут. Думаю, в принципе, на этом и закончим. В следующей серии уже... Продолжим, попробуем найти кубик тут, открыть дверь и спасти Леона. Так что все, всем до потом.